Дорогие друзья, я в магазине Night, который находится в центре Сан-Франциско. Смотрите, бежевые, клевые. Все цвета, вплоть до фисташкового. Хочу заметить, что это женская обувь. Смотрите. Есть больше размеры? Ну, размеры, да. Можешь спросить. Тебе нужно... The white or black? Разница есть? No, I don't think I like more. Джана, супер, на твоих ножках уже. Да. Так, это магазин спортивный Night, где мы приобрели новинки. Вот мы сделали ланч в таком месте. Вот очень красивое место. Вот в таком месте мы съели по салату из морепродуктов. Это находится в центре Сан-Франциско. Место называется Union Square. Вот, девочки, купила я две кроссовки. Одни из них бежевые, оранжевые, а вторые вот такие вот черные, с такой вот подошвой. Она очень мягкая, вот здесь вот она тряпочная. Но до этого у меня были схожие. Тоже с белой подошвой, тоже от Nike, тоже черные, но немножко другие. Они больше вот кроссовки были. А эти как тракторы, вы знаете, вот чем грубее для меня, тем моднее, понимаете? Вот, я почему-то сомневаюсь в правильности выбора этих кроссовок. Черные с белым, мои любимые цвета, они дежурные, вот. Ну, тот оранжевый, ясное дело, оранжевый он сама по себе звезда. А вот на постоянную носку нужны вот такие либо черные, либо серые. Конечно, там были и серые, но мне нужны были в первую очередь черные. В следующий раз я серые себе куплю. Вот, жду ваших комментариев. Я что-то сомневаюсь, я еще их не надевала. Может быть, и сдам обратно. Что-то меня удерживает. Вы спросите, что меня удерживает? Они... Вот я вот так вот поставлю ногу. Смотрите, они очень объемные. Вот они как будто вот как пирожки огромные. Мне нужно, чтобы они были немножко вот хотя бы вот так вот, да? Вот они вот такие широкие, не кажется ли грубыми? Мало того, что подошва такая грубая, да? Плюс еще
Они очень широкие и тряпочные. Вот я хочу показать шнурок, смотрите. Его утянуть вот невозможно. Смотрите, я до конца вот затянулась. Вот тут роли не играет. Вот смотрите, вот все тут свободно. И как-то они какие-то бесформенные. Вот здесь вот очень свободно. И вот здесь вот сделали пупырышками что-то очень грубое. И плюс вот эти ставки есть. Они все кажутся какими-то... Создается такое впечатление, будто это какой-то 41 размер обуви. Вот, если не 42. Ну, жду ваших комментариев. Хочу, чтобы вы, как говорят, со стороны виднее, чтобы вы мне посоветовали, брать его или не брать. Вообще, сама по себе, по стилю, она очень стильная, классная. Вот то, что мне нравится, грубоватая такая вот, unusual. Не как обычные кроссовки, а вот такие вот, какие-то космические тракторы, да, вот. Но вот просто вот то, что невозможно затянуть, туже, вот меня вот это вот расстраивает.